Сегодня 14 октября. Мы приехали по делам в Краков кое-каким, ну и решили, конечно, прогуляться немножечко. Тем более, что мы были от центра недалеко. Вот мы сейчас на рынке находимся. Вот тут вот очень много голубей. Все прямо люди их снимают, смотрят, они ходят. Я голубей не люблю, но их очень-очень много. Сейчас хочется прям туда въехать, хлопнуть в ладоши, чтобы они все взлетели. Всех обосрали. Вот это вот сукиница. День сегодня, конечно, промозглый, не для гуляния, но мы, в общем-то, и не гулять ехали. Ой, холодно. Ну вот, такой Краков в такую погоду. Уже третий день у нас льет дождь. Тучи, а голубям все пофиг. Не хочется, чтобы они все взлетели. Как их еще называют голуби? Летающие крысы. Вообще октябрь такой хороший месяц в Польше. Я так люблю октябрь. Но вот в этом году октябрь жуткий. Дожди, дожди и холодно. Вон, птицы вообще обнаглевшие. На людей садятся. Вон, смотрите, что делают. Что делают, а? Они разносчики заразы. Но эти дети, наверное, об этом не знают. Вот это мы заехали внутрь сукиницы. Такие вот торговые ряды. Красивое здание, внутренности. Там по стенам гербы польских городов. Ну и всякая шарабара, всякое барахло. Народу немного, ну потому что, конечно, сегодня будний день. И холодно. Сейчас вот мы выезжаем в сторону Моряцкого костра. Памятник Адаму Мицкевичу. Мицкевич для Польши как Пушкин для России. А вот он, Моряцкий костел. Красивый такой костел. Когда-то мы были внутрь, даже заходили. Ну, так. Красивый просто такой костелчик. А это вот площадь, старый рынок. Рынок. Моряцкий костел, он считается прямо вот каким-то особым, красивым, необычным, ну просто символ Кракова. Ну, костел как костел. Мы добрались до Вавеля, прикоснулись, так сказать, к истории. Вот это вот красивый вид на Вислу. Гейты и Висла голубая, лес вокруг, очень красиво. Вообще люблю, когда через город протекает большая река. Жалко, что у нас в Катовице нет такой реки. Очень красиво. Простор. Но мы уже туда внутрь сам Вавеля не пошли, потому что погода не располагает к прогулкам. Дождь, дождь, дождь. Ну хорошо, здесь хороший летний день. Даже не обязательно летний, лишь бы солнечный. Конечно, очень красиво. Очень красиво.